сейчас ждем, когда в эфире тишина. Трошу, да. 17-1-1. Да? Человека, которых жизнь как бы заставила расстаться. Вот. И музыка, танго их опять соединяет. Потому что, очевидно, они не должны были расставаться, они должны были жить вместе. И слава Богу, что они соединились в танго. Вы меня боитесь? Нет. Две интересные судьбы, и в таком небольшом, коротком сюжете как бы проходит вся жизнь. Их трагедия, их любовь, их чувства настоящие друг к другу. Да. Начали! Конечно, меня поразил режиссер, потому что я встречалась с молодыми режиссерами, и не очень они на меня производили сильное впечатление. А этот режиссер, мне кажется, настоящий. Настоящий режиссер, и которого интересуют какие-то вечные проблемы человеческие. Я рада очень, что я с ним встретилась. Ну, сначала я растерялся, конечно, потому что рассказывать о женщине очень сложно. Эта история как бы о женщине, о сильной женщине. И прежде чем рассказывать такую историю, надо полюбить героя, полюбить эту женщину, чтобы... придумать про нее историю, чтобы она была близка и тебе. Я не раздумывая согласился, а потом уже стал думать, что же сделать. Old school. А? Старый стиль. Вы уверены? Вот так и будет. Хорошо. Еще разочек. Я достаточно молод, ну просто мы реально разные поколения. У меня в чем-то свои представления, у Михайловны свои. Работая с ней, я понимаю, что есть ценности, которые вне времени. Как ни странно, и может быть это звучит слишком самонадеянно, многие вещи нас объединяют. Я думаю, по отношению к людям, по взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. И целая история. У меня было чувство, светлое чувство радости в тех сценах, которые не вошли в картину. Когда я танцевала танго, когда я чувствовала себя любимой, неотразимой, невероятной. То, что тут было, это танго, для меня это был... Прошло немного времени.
А танго нет. А танго нет. 5 минут и все. Честно говоря, я впервые посмотрел кино на экране, и оно только сейчас для меня свершилось. Ну вот та нота, светлая грусть, она, мне кажется, есть. И это главное. То есть я сейчас пока не понимаю, я, может быть, буду думать потом об этом фильме. Он как-то свалился на меня неожиданно, неожиданно сделался, мучительно монтировался. Но в результате, когда возникает единое целое вот это ощущение состояния двоих людей, влюбленных друг в друга, вот это получилось.